Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Я решил не затягивать и сразу же выпустить вторую часть нашего рейда по браконьерским сетям с одесским рыбоохранным патрулем. Во второй части мы с реки Турунчук через озеро Тудрово попадем на реку Днестр. И как вы знаете, в Днестре довольно продолжительный участок реки, на котором левый берег Молдовы, а правый – Украины. И границы государств проходят посередине реки Днестр. Поэтому браконьеры, которые ставят сети, перекрывая ими всю реку, кроме всего прочего, являются и нарушителями государственной границы. А если они ее постоянно пересекают, значит... Как вы думаете, что это значит? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ё-моё. Это рыбаково орудие лова. А что, на них тоже есть бирки? Да. Давай проверим. На всех. Это промлов. Это промысловый лов. Да, я теряю видно. Да, тут ятерей много. И что вот эти все ятеря? Есть рыбаков. Все эти ятеря, это официально рыбаков, все да, положено? Официальные документы есть, приднестровец, фирмана. Ну, это они вот как раз вход в этот, в Днестр, туда идет канал. Они здесь их ставят, подлавливают немного рыбы. Это все официально? Все разрешено, да? По-любому. Хорошо. С этим не играется. Вот, друзья, это выход, получается, в реку Днестр из озера Тудорова. Рома, это мы сейчас вышли выше Тудорова или ниже? Мы сейчас... Это выход с Тудорова в речку Днестр. Правильно, а село Тудорова? Выше, Тудорова, да? Выше, да. Дома аккуратно. Стекло. Аккуратно, блин. Ага, ну вот уже Днестр. Отлично. Вот он, дедушка Днестр. Так, друзья, ну вот это вот село Паланка. Мы идем с украинской стороны, даже не доходим до середины реки, потому как посередине проходит граница между Украиной и Молдовой. И по своей стороне с кошечкой тралим дно. Посмотрим, ставят ли в паланке браконьерские орудия лова или нет. Потому как, по идее, здесь промысловики не ставят, да? Правильно? Наши ставят. Наши ставят? Редко, но ставят. Вот именно вот здесь, вот в паланке. В паланке и выше, и ниже ставят. Тоже бегают вот так, как через Тудорово. Да, как мы проехали, а так они ездят тоже в речку. Я просто думал, что именно в самой паланке не ставят. Не, ну в самой паланке может не ставят, но выше, ниже может и ставить. Абсолютно свободно вот лежат ятеря, фатки. Никому нет дела до этого в молдавской стороне, к сожалению. Я так понимаю, что у них, наверное, сократили вообще рыбоохранный патруль, да? У них его нет, да, Ром? Его нет, у них экологическая инспекция. Экологическая инспекция. Да.
Поэтому свободно лежат. Да. Браконьерские орудия лова. И никто вообще даже не боится ничего. По идее, тут должна быть полиция, которая должна наблюдать за этим всем. Но я так понимаю, что местная полиция сама, наверное, ловит. К сожалению. К сожалению, так. Ладно. Посмотрим, есть ли сети. Что, Иваныч? Роман Иванович. У меня все одно. Этот. Надо дачу вперед. Сейчас. Ты приподними и дачу. Только чтобы вы не упали. Не, я не упаду. Молдавская лодка? Она. Рабочая, да? Рабочая, пристёрнутая замком. Пришвартована к украинскому берегу и просто кинута лодка, да? Да. Никто там не живет? Нет. Камни, бутылочки. Понятно, браконьерская. Бывшая браконьерская лодочка. Вот такая кошечка была в этой лодке, да? Поднимается. Получается через всю, что ли? Да, ну, дивимся, что у нас тут получается. Коньки. Аккуратно. Сетка. Сетка. Ну что? Нету? Бирки нету? Нет, бирка, это молдавская сетка. Наша сторона. Это молдавская сетка. У тебя есть, давай подивимся. Что? Что подивимся? Идем вперед? Пошли? Да. Сейчас посмотрим, если... Можем до середины ее отрезать. Да, середина и режется. За, наверное, тонна там. И че, мелкая? Да, смотрите, чтобы мы втроем не были на одном борту. Вот так вот через всю, получается, реку стоит. А, вот бутылочка. Вот бутылка, да. А, нет, она, смотри, прямо посередине, по сути. Да. И получается с нашей стороны. Что там? Нет, это середина. Это середина. А, это середина, конечно, да? Середина. Что, связка? Нет, середина ставки. Вон край ставки. То край, да? Да. Это на нашей стороне стоит. Да. Ну, по сути, это браконьерская сеть, правильно? Конечно. Сейчас побачим. Сейчас дойдем уже до края, чтобы мы понимали. Ну, по идее, и промысловик тоже не имеет права заходить на молдавскую территорию, нет, правильно? Даже, она идет до конца. Это не край, вон край, смотри. Край уже он... Нет, ну мы туда на край. Да, давайте не будем туда идти. Здесь мы режем, да? Да. Ой,
Друзья мои, я хочу сказать, что вот этот инцидент, который уже был у нас с пограничниками, которые на меня и на инспектора Маринченко составляли протокол о незаконном пересечении государственной границы между Украиной и Молдовой, поставили как бы в не очень неприглядную ситуацию, такую в патовую ситуацию, когда вроде как и снять нужно сеть, да, а нельзя пересекать государственную границу. Вот, поэтому... Покажите, что это середина реки. Да, я показал, что это середина реки. Поэтому приходится вот таким вот способом, к сожалению, решать вопрос. То есть отрезаешь, то получается... Не отрезал до конца. Отрезал? Да. И забирать получается в кусок только. А этот кусок уходит в сторону Молдовы. Идиотизм, согласен. Поэтому, а что сделаешь? Такие законы. Было бы здорово, конечно, если бы какие-то были бы соглашения между Украиной и Молдовой, ну, чтобы решить эту проблему, чтобы можно было инспекторам Одесского рыбархана патруля забирать эти сети полностью. Друзья мои, кому нужно строить дом, приходите инспекторами Одесского рыбархана патруля. Все кирпичи будут ваши. Рома, ты уже сколько построил домов? Пока один. Да. И все вот на вот таких? Нет. Нет? Ладно. Фиксер не трогаешь. Эта сетка перекрывала весь Днестр. И получается, тот, кто ее ставил, нарушал государственную границу. Поэтому этот звоночек и для пограничников, чтобы смотрели. Кто и когда и как пересекает государственную границу. О, судачок. Красивый. Он хоть живой? Не, сейчас проверим. Роман Иванович. Выпутает его. Ром, как ты думаешь, когда поставили на эту сеть? Давно? Я думаю, что ее вчера переходили. А когда поставлено, не знаю. Но вчера точно ее переходили. Ну, судачок красивый. Снулый. Снулый, да? Да, жалко, конечно. Жабры светлые. Да, он уже деревянный. Деревянный, да? Деревянный. Так, я так понимаю, что, наверное, еще одна браконьерская сеть, точно. Смотри, точно такой же шнур. Назад можно дать? Делаем то же самое. Да, смотри, один в один. Такая же самая. Вот зеленая веревка. Такая же самая, смотрите. С той же зеленой веревкой. Такие же бутылки. А бутылки, чтобы определить, кто поставили, украинцы или молдаване, можно посмотреть по бутылке, по этикетке. Как я вижу, что минеральная вода молдавская. Да, не обращай внимания, аура называется. Да. Поэтому получается так, что граждане Молдовы пересекают государственную границу и прямо вот к нашему берегу привязывают эту сетку. Все, да? Да, до середины, да? Да, где-то так. Еще немножко можно, еще метр. Я с вами, друзья мои, согласен. Вот напишите в комментариях, как вы считаете. Вот что нужно делать, чтобы инспектор рыбархана патруля мог в полной мере выполнить свои служебные обязанности. То есть полностью снять. Ведь, по сути, что мы должны делать? Мы должны сберечь рыбу. Вот он. Да. А так получается, что это какая-то полумера. Когда посередине... Взял?
посредине сетки режутся. Так, держишь? Да. То есть, по сути, середина сетки остается на молдавской территории, а середина остальное забираемое. Ну что это такое? Куда это годится? Поэтому, если вдруг наши видео смотрят люди, которые могут повлиять на эту ситуацию, было бы здорово. Что, может быть, на уровне правительства, я не знаю, можно было бы решить этот вопрос. Что в качестве исключения для выполнения прямых служебных обязанностей можно было снимать такие сети. Это было бы полезным для обоих государств. Не, нам это не мог. Ну, зацепиться мог. Ну, вот видите. Гура Кайнарулы. Молдавская минеральная вода. У нас такая не продается, поэтому это с большой вероятностью, что поставили молдавские браконьеры эти сети. Вот мне интересно, наши пограничники хоть раз составили протокол о нарушении государственной границы по браконьерам Республики Молдова? Как вы думаете? Я ничего не хочу сказать плохого в сторону. Да нет, я хочу сказать плохое в сторону пограничников, потому что, ну, во-первых, сегодня тоже был такой небольшой инцидент по поводу того, что нас не пускали через первый понтон. Находили варианты для того, чтобы задержать нашу работу. Можно было, конечно, эту нитку убрать, ничего. Давай заберем. Сейчас развернуться надо. Надо развернуться. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чьи балалайки? Наши это чьи? А? На двоих. На двоих? Понятно. И что, ловится что? А? Наши, я живу, я только глянул, наши. Да, на балалайке только наши ловят. Здрасте. Здрасте, арбитровый поток. Отмечались по гранцов. Да. Зарегистрировали. Знаете норму вылова? Все да. Знаете. Знаете, сколько крючков можно ловить? Все знаете. А членам ОРА сколько крючков? Столько же, сколько и все остальные. А норма вылова? Такая же самая. 3 кило? А говорили раньше члену ОРА? Говорили, что 5. Доброго дня вам. Что это за мусор? Что это вы мусор выкидаете? Доброго дня. Охранный патруль. Доброго дня вам. Что вы мусор выкидаете? Такие, снасти такие, а что это такое? Балабайки. Да? И сколько у вас штук у вас есть? На двоих по 10. Не, штук. На ваш сколько? Вы же сам в лодке. У вас 10 да, штучек? Да, да. 10 балалаев? Да. Сами сделали? Да. Да? Да. С одним крючком, да? Да. Так. Вот, тыли, этот, сами эти сделали 10 балалаев? Да. Решили приехать это на 10 штук выловить всю рыбу? Не, все, я курсую. А вы знаете, сколько разрешено? 3 килограмма. А у крючки сколько? 5. А у вас сколько? Ну, чуть больше. 10. Пенсионеру можно простить. В 2 раза. А где вы это? Где вы находитесь? Где ваш? А вот палатка? Да, да. Это вы меняетесь, да? В общем, протокольчик на вас. У вас все, мы написали протокол? Нет, не писал. 68 гривен первый протокол. Я більш не буду. Будете вам чесно говорити. Тому що я вас тут, таких як ви, вже по третьому кругу проходив. Ну я вам чесно кажу, щоб мене трудно запомнити. А що це ви оце на один раз було лайки зробили? Так, да, сьогодні син приїде, забере мене і тікає. Та дивіться, воно геть лові, дивіться. Валєвські навіть, що кажуть. Документы ну, ваши. Есть на палатке, на лодку, да. Поехали, будем дивиться вообще. Давайте. Ром, оставь его, блин. Да. Пускай ей. Снимайте половину баллы. Снимайте. Всех благо. Давайте. Попорези. А красный ваши? А? Красный тоже ваши? Нет. Раз, два, три. А вот туда, вот
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Избирайте. 5 штук сняли. Ваші балалайки? Да. Сколько вас человек? Це ваші балалайки? Красные. Красные ваши? Да. Все ваши. Там 11 штук. Вы считали? Нет, да. В смысле? 11 балалайк красных. Да, да. Так? Да. Вас двое. Да. И плюс сколько у вас удилищ еще на... Ну, три. Три мои. Три. Шесть. Шесть плюс 11 сколько будет? Виталий Иванович. 17? Роман Иванович, два человека. Два и пишем. Да. Согласен. Давайте документы. Давайте документы. Так, может, есть, объясняю вам. Есть правило. Спортивный любительский рыбацкий. Пять крючков. И 3 килограмма рыбы. Вы поставили, вы знали, что 68 гривен, я думаю, такой небольшой штраф. Как попереджение вам будет. Ой, тут первый раз никто не приезжает. Да. Уже места по 8 кругу проходят. Да не, они разрешаются. Но если бы у вас здесь не было удочек, а там были бы, и вы просто сидели бы на берегу, не было бы что? Никаких разговоров. Друзья, на этом будем заканчивать наше видео. Хотел бы поблагодарить инспекторов Одесского рыбоохранного патруля за содействие при проведении этого рейда. Надеюсь, что такие рейды будут и дальше продолжаться. И чем чаще это будет, тем лучше будет для всех. Спасибо большое за внимание. Всем удачи, всего хорошего. Дайте писать рыбалки. Пока.